Сотрудники Главного управления МЧС России по Севастополю потушили условный пожар в одном из строительных супермаркетов нашего города. О ходе учений сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. По легенде, возгорание в торговом зале возникло из-за короткого замыкания в электросети. Своими силами персоналу в чрезвычайной ситуации справиться не удалось. Поэтому была организована эвакуация людей, а информация о пожаре передана в МЧС. Прибывшие на место огнеборцы провели боевое развертывание, сформировали газо-дымозащитные звенья и проникли в охваченное условным пламенем помещение. Пострадавших спасли, а пожар оперативно потушили. Согласно плану учений, огонь распространился на территорию в 275 квадратных метров. Данный объект нам интересен тем, что в нем одновременно может находиться большое количество людей. Это объект с массовым пребыванием и большая сосредоточенная пожарная нагрузка. В соответствии с расписанием выезда пожарно-спасательного гарнизона города Севастополя, данный объект подразумевает высылку сил и средств в количестве 10 пожарных автоцистерн, 2 автолестниц и 1 аварийно-спасательного автомобиля.